dvhub.ru. Добрый день еще раз. Значит, мы действительно получаем в Министерство жилищно-коммунального хозяйства большое количество обращений граждан. Данные обращения поступают различным способом. На личных встречах люди приходят на встречи министерства с руководителями, в том числе со мной. Письменные обращения приходят и в электронном виде через различные электронные, в том числе средства массовой информации и различные сайты. Вот очень популярным сейчас наш сайт Министерства ЖКХ является. Почему? Потому как за последние буквально 2 года количество обращений по электронным, скажем, средствам связи у нас превысило 50%. То есть если раньше в основном люди обращались письменно, писали обращения свои в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, правительство Хабаровского края, то сегодня немножко сместилось все это дело, удобно людям стало действительно со своего там рабочего стола, либо дома с компьютера набрать какой-то текст, какое-то обращение, что их волнует, значит, и направить это обращение через, в том числе, сайт Министерства жилищно-коммунального хозяйства. В течение первого полугодия 2016 года нам поступило 2384 обращения. Это несколько меньше, чем за аналогичный период 2015 года. За аналогичный период 2015 года 2443 обращения пришло, значит, меньше чуть более чем на 2%. Вот, как я сказал, большая их часть поступила через в электронной форме. За последние годы, если брать по сегментом обращений, тоже тематика обращений несколько изменилась. Если раньше обращения были в основном связаны с некачественно оказанными коммунальными услугами, то сегодня количество таких обращений, она у нас минимальная. Основная масса обращений идет по как раз общедомовому обслуживанию, обслуживанию общедомового имущества. То есть это работа управляющих компаний. Сегодня многие знают о том, что ответственность достаточно ужесточена, и последние годы все более и более ответственность ужесточается управляющим, к работе управляющих компаний. И управляющие компании сегодня, значит, многие те, кто стараются остаться на рынке и видят свою перспективу работы в дальнейшем, они стараются реагировать достаточно оперативно и качественно устранять. dvhub.ru.